Одно включение. Пока Молли занимается там со своим дрессировщиком и с хозяйкой, к нам пришла Найда. Красавица Найда. Привет, Найда. А мы уже ролик с ней снимали же, да? Я помню. Вот. Она у нас лайка или хаски? А, это метисочка лайки и хаски. Вот папа видит, что это вот так вот. Вот так вот выглядит красиво. Ну-ка иди давай крупным планом для нашей мамы и для всех зрителей. Найда, Найда. Ну, иди, да что ты боишься-то? Ну, ты в прошлый раз так работала на камеру, что у папы даже руки замерзли. Но сегодня по морозец более-менее щадящий, минус 7. И все равно комфортно. Занятия Молли снимать запретили. Говорят, роялти будут платить. Так, Татоша, ты где? Ты уже обгавкал своего лабрадора, мальчика мимо проходящего? Молодец. Так, сейчас на паузу на минутку поставлю. А вот Найда прибежала. Найда, ты будешь с Татошей играть? Он свежий, со свежими силами. Давай, завлекай его. Завлекай. Ну, Татоша, иди побегай с Найдой. Иди. Ну, опа. Татоша. Ну. Алло, мам. Давайте, поиграйте. Давайте, давайте, побегайте. Молодцы, молодцы, молодец. Ой, Татоша. Ну все. Процесс пошел. Процесс пошел. Найда завлекает Татошу. А, Татоша? Татоша со свежими силами, выспавшийся. Отдохнувший. Загоревший. Ну, молодцы, молодцы. Ай, молодцы. Где ты есть, Татоша? А, вот он ты где. Так сказать, слона-то я папа и не приметил. Ну, опа. Вот такое нападение. Вот такие развлечения у нас тут сегодня на нашей любимой площадке питомцы в Москве. Вот так вот. Вот так вот. Так что мы уже все занятия свои, похоже, прошли, Татоша и Найда. Поэтому есть время развлечься. Есть время подурить, пообниматься, поприкусываться. Вот Татоша, тем более ушко уже начало выздоравливать, да? Мы завтра еще сходим, покажем это ушко врачу, и будет все хорошо. Ладно, мы выключаемся. Если еще будут у нас экшен, папа отогреет руки. И, конечно же, включится. Найда, иди, иди крупным планом, папа тебя поснимает и будет выключаться. Вон она, круги нарезает. Вот она, молодец. Вот она, молодец. Вон они, все молодцы. Ладно, всем хорошего настроения. Пока.